в ноябре у меня появился насморк, сухой кашель, начала подниматься температура. Мы испугались, вызвали скорую помощь, отвезли в Александровскую больницу. Там показалось, что у меня уже прогрессирует, 90% легких поражены. Меня, конечно, сразу в реанимацию, под маску, капельницы постоянно, постоянные капельницы. Потому что здесь, видите, еще что получилось. С одной стороны ковид, с другой стороны инсульт. И несмотря на ковид, медпомощь была оказана по инсульту в полном объеме. То есть из двух тяжелейших недугов человека просто вытягивали. Но сейчас я вот чувствую себя так же, как до поступления. И все, я думаю, что это благодаря коллективу, который работает под руководством Рожковской Людмилы Викторовны. Низкий им поклон и тысячу спасибо за то, что вытащили меня и возобновили к жизни.